Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «7 минут». И сегодня у нас в гостях Ирина Котова, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Рязанской области. Здравствуйте, Ирина Здравствуйте. Николаевна. Сегодня, сейчас, в преддверии майских праздников, все, конечно, радуются предстоящим выходным. Не хотелось бы эту радость омрачать, но, тем не менее, наступает сезон, когда просыпаются клещи. Правильно? Да, и... сезон уже наступил, он открылся, они проснулись, потому что они проявляют свою активность с первыми солнечными лучами. И, в общем-то, да, они несколько жителей города Рязанской области уже пострадали уже. От их укусов, да. Вот. Насколько я понимаю, в этом году в связи с тем, что практически не было разлива, ожидается такая достаточно серьезная ситуация. Нет, ну как бы тут разлив-то, он может и не столь важен для этих существ, насекомых. Но, конечно, погодные условия сказываются на его активность, потому что чем более они благоприятные, жаркое, сухое лето, конечно, клещ более активен, и жители Рязанской области страдают больше. Это мы отмечали в 2010 году, когда было жаркое лето. Тогда, наверное, рекорд был пострадавших жителей от укусов клещей зарегистрирован. Там более 2500 было. А так ежегодно в последние годы все равно где-то порядка от 1000 до 1300, до 1500 жителей, конечно, страдают от укусов этих насекомых. Ну, говорят, что когда разлив в тех районах, где вот река заливает, клещей становится, да, меньше. Их становится ну, меньше. Ну, может так? быть, потому что, конечно, хотя клещ не очень не любит солнечные места, открытые полянки, то есть он прячется, конечно, в кустарниках, в высокой траве, вот, там, где лесные насаждения такие хорошие. Вот, поэтому, как бы, собираясь на природу, конечно, следует помнить, что клещ, прежде всего, не только насекомый, но и переносчик ряда инфекционных заболеваний, которые порой заканчиваются очень неприятными последствиями для переболевшего. Это и крымская геморрагическая лихорадка, которая не характерна для нашей территории, но в южных районах она есть, Ростовская область, Ставропольский край. Вот. Потом это тулеремия, которая для нашей области характерна, клещ тоже может быть и переносчиком и этого заболевания. И, конечно же, это клещевой боррелиоз и клещевой энцефалит. Клещевой энцефалит, к счастью, тоже не встречается на нашей территории. Случаи заболевания не регистрируются больше 35 лет. Таких случаев не было. А клещевой боррелиоз – это та инфекция, которая ежегодно есть. Жители болеют от 12-14 там, до 40 случаев были год, когда заболевание регистрировалось. Поэтому как бы нужно обезопасить себя от укусов этих неприятных животных, чтобы предупредить заболевание и отдых на природе не омрачился. Ирина Николаевна, вот когда люди собираются выезжать на природу, какое место для отдыха лучше выбирать? Каким образом одеться? Что с собой взять? Может быть, чем-то себя стоит обработать? Да, конечно. Как вы правы, абсолютно. И прежде чем собираться на природу, мы должны сделать то, что зависит от нас, чтобы обезопасить свое пребывание на природе. Конечно, это одежда. Одевать нужно одежду, чтобы она максимально закрывала кожные покровы, головной убор, желательно с манжетами. И одежда светлых тонов, она позволит нам быстрее определить, если вдруг клещ оказался на поверхности тела человека. Вот. И, конечно же, обработка репеллентами. Репелленты обязательно нужно применять. Причем следует помнить, что они наносятся циркулярно по манжетам, брюкам, циркулярными такими кругами на одежду. Вот. И, конечно же, выбирать для своих стоянок вот открытые места, как мы уже с вами сказали. Клещ не любит солнечного света прямого попадания. Следует помнить также, что клещ, он очень неактивное существо-то. И он, человек его пересаживает на себя, передвигаясь вот по траве, по кустарникам, по лесным насаждениям. Поэтому, конечно же, следует помнить, что по возвращению домой и во время пребывания на природе нужно проводить самый взаимоосмотр, потому что не дать присосаться к клещу – это тоже важный будет момент в профилактике.
заболевания, передающие через их укусы. Вот. И если же все-таки такое случилось, что клещ присосался, самостоятельно удалить клеща, не имея навыков, бывает порой сложно, может остаться частички его в теле человека. Поэтому лучше обращаться к специалистам медицинского учреждения, вот, чтобы клещ был правильно извлечен. Если же вы сами его извлекли, то можно и отправить его в лабораторию для исследования. Да, как бы определить его инфицированность, потому что не каждый клещ инфицирован, не каждый укус может за собой нести последствия заболевания инфекционного. Вот. И, конечно, наблюдать, если вас клещ укусил, наблюдать за состоянием своего здоровья в течение 2-3 недель и при появлении первых признаков подъема температуры, головных боль, изменения вот кожных покровов в месте локализации укуса, тоже идти к врачам, потому что вовремя начатое лечение позволит легче перенести заболевания, предотвратить его наступление и не приведет к развитию сложных последствий. Вот смотрите, если все-таки клещ укусил, да, куда обращаться? В любой травмпункт, в любую поликлинику. Конечно, если это выходные дни, то это травмпункт, который оказывает помощь взрослому населению или детскому населению. То есть там специалисты имеют достаточно навык для того, чтобы извлечь этого паразита и поступить с ним там, как положено. А вот если человек все-таки сам клеща от себя оторвал, отцепил, да, и есть желание вот отправить это насекомое на исследование, да, каким образом, опять же, следует поступать? Куда его положить? Куда его потом отнести? Да, ну, чтобы он остался жив там или отчасти, да, жизнедеятельность его сохранена, во флакончик с влажным ватным тампончиком, увлажненным, закрытым крышечком, вот в таком виде доставить его в лабораторию. Лаборатория проводит эти исследования, центры генной эпидемиологии на Свободе 89, поэтому можно туда везти этого клеща. Ирина Николаевна, вообще в последние годы активность клещей на территории Рязанской области, она увеличилась по сравнению с предыдущими? Вот? Нет, активность клещей не увеличилась, заболеваемость тоже ниже средних многолетних уровней. Следует сказать еще о чем, что, в общем-то, конечно, специалист Центра генной эпидемиологии проводит постоянный мониторинг за циркуляцией клещей. Начинается сезон, теплое время года, и проводится, отслеживается количество клеща, которое, да, есть в открытых, на открытых территориях, в природных очагах. Исследуются на инфицированность эти клещи. Вот, то есть эта работа проводится систематически, ежегодно. И как бы вот последние два года количество укусов клещей было ниже, там, чем в 2012 году, в 2014 году было меньше, чем в 2013 году. Вот, то есть нет, активность, она, не скажем, что активность такая выраженная активность. К тому же проводится сейчас на территории области вот в течение последних 5 лет активно акарицидные обработки. Они проводятся на территории летних оздоровительных учреждений. Очень активно проводятся. Вот обработано в 2014 году было более 200 гектаров площадей. То есть там, где дети отдыхают, конечно, это более, тем более все лагеря расположены в лесных зонах, большинство загородных лагерей. Поэтому вот эти работы, они предупреждают, конечно, увеличение численности клещей и возможность вероятных укусов во время летнего отдыха детей. Также проводятся и акарицидные обработки на территории города, парковых зон и сквер. Может быть, это количество должно было быть больше, но тем не менее эта работа осуществляется. К тому же, плюс к акарицидным обработкам, хорошее профилактическое значение будут иметь и такие вот мероприятия, как очистка территории элементарная, да, то, что можно сделать, обрезка кустов, деревьев, своевременное окашивание травы. Вот. Это тоже влияет, в общем-то, осложняет жизнь пребывания клеща на территории в городских условиях и приводит к его гибели, снижению численности. Ирина Николаевна, большое спасибо, что сегодня к нам пришли. Я надеюсь, что зрителей мы не напугали. Наоборот, они будут более бдительными. И надеюсь, что их праздники, наши выходные дни пройдут спокойно. Да. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках.